Я сам и партия РПР «Парнас», вот в помещении, в котором мы сейчас находимся, мы не принимали участие в выборах Координационного совета. Нам с самого начала было понятно, что этот орган не сможет работать эффективно. Координационный совет не может работать эффективно по двум причинам. Первая причина – он сам не понимает, в чем его миссия. Там есть разброс мнений от просто организации акций до альтернативного парламента. То есть он уже когда выбирался, то избирателям не было сообщено, для чего он избирается. Понимаете, а если орган непонятно для чего избирается, он не может эффективно работать. И вторая причина, он слишком разношерстный. Там присутствует от умеренных либералов до крайних националистов, от умеренных либералов до крайних леваков. И когда такой разброс мнений, люди ни о чем не могут договориться. Поэтому я не вижу смысла в новых выборах Координационного совета. Мне кажется, что если речь идет просто о проведении акции, достаточно сделать оргкомитет небольшой из представителей всех политических сил, который будет быстро и эффективно решать технические вопросы. А если делать орган общеполитический, то нельзя его делать таким широким, включая в него крайних радикалов с двух флангов. Поэтому либо нужно определить, какой правильный формат, либо вообще отказаться от этих выборов.